Девочки, скажите, как меня слышно? Всем добрый день. Очень рада видеть знакомые лица в чате. Напишите, пожалуйста, слышно меня? Замечательно. Добрый день всем, кто присоединяется к нашему эфиру, кто будет смотреть нас в записи. Что заканчивается? Неделя, заканчивается наш марафон «Специалисты Харькова для мам всего мира». Мы все старались делиться самой ценной, важной информацией для развития наших детей. И сегодня мы с вами поговорим на заключительную такую важную тему, как же развивать наших детей в возрасте до 3 лет, делать это с любовью. Мы поговорим о том, на какие сферы в жизни нужно обратить внимание молодым мамам для того, чтобы их детки росли разносторонне развитыми, воспитанными, счастливыми личностями. Девочки, я вижу, что вы мне что-то пишете. Но я не могу прочитать, что. Итак, начнем. Мое имя Ольга Гаранжа, и 20 лет я уже в педагогике. Я начала свой путь с того, что начала работать с детками школьного возраста. Именно там я поняла, что большие детки – большие проблемы. И именно в тот период в моей голове зародился такой вопрос: а можно ли воспитать наших детей так, чтобы потом, когда они взрослеют, не было проблем у родителей с их воспитанием, чтобы учились они легко, с интересом? И 12 лет назад я вошла в раннее развитие. И с тех пор я изучала путь, как же нам, родителям, педагогам, воспитывать, образовывать наших деток так, чтобы избегать тех проблем, с которыми мы можем столкнуться в более взрослом возрасте. Что значит путь воспитания с любовью? Воспитание с любовью – это о том, что мы, родители, осознанно подходим к тому, какой личностью вырастет наш ребенок. Мы выбираем, мы берем на себя ответственность, что от того, какие решения мы будем принимать в его воспитательной, образовательной сфере, зависит то, каким человеком он вырастет. И если мы говорим о успешном обучении, когда наши дети учатся с удовольствием, то нам важно понимать, что нужно заложить хороший образовательный фундамент. В чем же заключается этот фундамент? Ну, во-первых, это понимание. Понимание того, что мы поменять в наших детях уже не можем. И наоборот, на что в их жизни повлиять мы можем и как мы можем это сделать правильно. На что мы повлиять никак не можем.
на генетику. Из семечки тыквы не вырастает морковка. Мы не можем повлиять на таланты, с которыми уже рождается ребенок. Ну вот, например, многие из вас, я уверена, прекрасно знают, да, что вот лично я в детстве играла в учителя. И в дальнейшем я точно знала, какой путь мне выбрать в жизни. И так у большинства, когда люди говорят, да, что в детстве мы играли в какие-то игры, схожие с нашими профессиями. И, конечно, когда родители не осознают того, что у ребенка уже есть талант, есть то дело, те способности, для которых он рожден, и вместо того, чтобы дать ему возможность стать великим художником, его отправляют быть программистом, то, конечно, это неприродный путь развития человека. Наша задача родительская – поспособствовать развитию кругозора ребенка, чтобы потом он сам твердо выбрал путь, по которому он пойдет в жизни и занимался делом, которое ему интересно. На что мы еще не можем повлиять? Мы не можем повлиять на характер, на темперамент, с которыми рождаются наши дети. И вот осознанность, она как раз и заключается в том, что в самом раннем возрасте, до 3 лет, закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни ребенка. Я подчеркну еще раз эту фразу. То, кем мы становимся во взрослой жизни, все закладывается в раннем и дошкольном возрасте. Почему? Потому что дети в этот период, они особенно любопытные. У них очень активно познавательная среда. Им все интересно, они все вокруг изучают. И вот чтобы этот интерес у них действительно был, существовал, как это заложено природой, мы все рождаемся такими. Что нужно делать нам, мамам, с самых первых дней появления ребенка на свет? Первое – это позаботиться о его физическом здоровье. С чего начинается физическое здоровье? И первые 5 спикеров, они как раз говорили о том, как правильно выстроить режим ребенка, как наладить его сон, как наладить его питание, чтобы оно было здоровым, понимание того, что в организм ребенка должны поступать полезные витамины, микроэлементы, что еще не окрепший желудочек должен это все переварить, и это все должно пойти на пользу, что питание должно стать энергией для ребенка. Очень важно грудное кормление, и мы знаем, что есть мамы, которым легко это дается, есть мамы, которым непросто это дается, но очень здорово то, что есть специалисты, которые уделяют внимание, изучая эти вопрос, и если у мамы есть желание, да, чтобы ее ребеночек рос максимально в тех условиях, которые заложены природой, мама будет стремиться к тому, чтобы наладить грудное кормление. Режим дня питания – это сохраняется не только в первый год жизни ребенка, это на протяжении всего пути его развития и становления его как личности. Почему важно наладить именно режим в этом? Потому что наш организм, он тоже любит адаптироваться к тем условиям, которые мы ему даем. И ему будет очень понятно, если мы будем в одно и то же время ложиться отдыхать, в одно и в то же время кушать, да, когда ребенок употребляет пищу, что делает в это время организм? Он перерабатывает эту пищу. Тогда, соответственно, когда он перерабатывает ее постоянно, хаотично, он все время в режиме работы. А так быть, конечно же, не должно. Более того,
С чем столкнулась непосредственно я в практике? С тем, что в последнее время происходит очень большая травматизация деток, происходит это при родах. Абсолютно разные случаи. И поэтому, чтобы предупредить все возможные моменты, с первых же дней, да, в первые месяцы жизни ребенка, я бы очень рекомендовала консультацию двигательного терапевта. Для чего? Для того, чтобы заложить здоровье позвоночника и выстроить правильную вертикализацию тела в течение первого года. В здоровом теле здоровый дух. И важно, что если мы с момента, как уже отпадет пуповина, будем наших деток привлекать к здоровому образу жизни. Для меня есть четкое убеждение и понимание, что жизнь зарождается в воде. И значит, первые физические упражнения, они должны происходить именно в воде. Мы знаем на практике, что даже дети до года могут самостоятельно плавать в воде. Поэтому, конечно же, как только отпала пуповина, для физического здоровья, да, чтобы заложить такой хороший прочный фундамент, я бы очень рекомендовала мамам уделить внимание домашнему плаванию первые 2-3 месяца в зависимости от ситуации с последующим выходом в большой бассейн. Режим дня, питание, массажи, здоровый способ и образ жизни, который мама налаживает в первые 6 месяцев, это станет надежным фундаментом к обучению ребенка. Вторая важная сфера, на которую нужно обратить внимание, это эмоциональное состояние ребенка. Мы все рождаемся на высоких вибрациях. Но потом, так или иначе, мы находимся в спокойном, да, таком состоянии, преимущественно в каком-то одном эмоциональном состоянии. От чего зависит это эмоциональное состояние у детей? В первую очередь, когда мама носит ребеночка в животике, ребеночек все чувствует, и все эмоциональное состояние, которое передает ему мама, он это в себя впитывает. Далее он рождается, и на него влияет уже эмоциональное состояние не только мамы, а еще и окружение, в котором находится мама. Поэтому, если мы хотим видеть наших детей веселыми, жизнерадостными, интересующимися, такую модель должны демонстрировать мы, родители. Знаете, есть такая хорошая фраза: не нужно воспитывать детей, воспитайте себя. Поэтому один из самых важнейших моментов, о котором должна заботиться мама, это ее психологическое настроение, ее спокойствие, ее самореализация, да, самореализация как мамы. Если мама интересуется, познает, чувствует себя спокойной, счастливой, соответственно, это состояние передается и ребеночку. Итак, физическое здоровье, эмоциональное состояние ребенка, плюс, естественно, удовлетворение физических потребностей, когда ребенок сыт, бодрствует. Как раз вот это является надежным фундаментом для того, чтобы ребенок захотел развиваться и познавать этот мир. А делает это он, конечно, с удовольствием.
Как мы можем это понять, как мы можем это проверить? Но когда малыша мы отпускаем, да, в пространство, он что начинает делать? Он начинает с любопытством изучать этот мир. Ему интересно все, что лежит в шкафчике. Ему интересна любая игрушка, до которой он с радостью потянется, дотянется, доползет. И важно нам, родителям, здесь понять, что мы эту развивающую среду либо ограничиваем, каким образом, ну, например, шкафчики взяли и завязали на ниточки, либо наоборот посмотрели, а что же находится у меня там в шкафчике, уберу все опасные для ребенка предметы, подниму их куда-то выше, а внизу, там, где он сможет дотянуться, там, где зона его развитие, я наоборот буду создавать для него условия, чтобы он изучал, познавал этот мир и делал это с удовольствием. Что мы, родители, молодые родители, должны знать и на что обратить внимание в развитии детей раннего возраста? Дело в том, что до 6 лет идет активное развитие мозга человека, мозга, который остается с нами на протяжении всей жизни. И какое мышление будет заложено в этот период, оно станет базовым мышлением в принятии решения взрослого человека. Что важно понимать, что до 3 лет идет развитие 6 зон из 7. И внимание родителей нужно сконцентрировать на том, как нам создать ту развивающую среду, в котором будет максимальное развитие, которое заложено природой. Итак, первая основа – это движение. Двигательная активность. Что здесь очень важно? Чтобы развитие двигательных навыков шло по онтогенезу. Мы не должны опережать события, да, когда ребенок не сидит, а мы его садим. Когда ребенок не ползет, а мы вовсю его стараемся куда-то пнуть вперед. Этого делать абсолютно не нужно. Нужно работать с мышцами. Когда мышцы готовы, когда мозг готов, ребенок делает все действия природным, естественным путем. Но над этим нужно действительно работать. Более того, мы все ждем, когда наш малыш поползет. Когда ребеночек пополз, не спешите его поднимать сразу на ножки, да, что вот он уже стоит. Почему? Опять-таки, он должен сделать это сам, своим естественным природным путем. А во-вторых, нужно не забывать, что как только ребенок приобрел новый двигательный навык, он должен выработать скорость, выносливость. Да, мы ползем, чуть-чуть проползли, либо мы ползем метр. Следующий день уже дистанция 2 метра без остановки. Следующий день еще увеличивается эта дистанция. То есть ребенок должен на каждом этапе удовлетворить свой интерес в каждом действии. Где подробно можно почитать мамам, в каком источнике? Это книга Глена Домана «Гармоничное развитие личности ребенка». Итак, движение. Движение – это основа до 3 лет. Ребенок встал, пошел, пока не ушла далеко по поводу первого года. Большая ошибка, когда ребенок не ползает. Я в своей практике очень много встречала моментов, когда родители приходят и говорят: нет, он не ползает, он не хочет. Друзья, дело в том, что ползание влияет и на то, как будет читать в дальнейшем ваш ребенок, как он будет писать и очень много других вопросов. Итак, ребенок пошел. Опять-таки,
мы не спешим его перевести в следующий двигательный навык. Нам важно показать, сколько способов ходьбы вообще существует. Идем, просто идем вперед, шагаем на месте, идем правым боком, идем левым боком, поднимаемся вверх, спускаемся с горы, идем по песку, это тоже уже усложнение для ходьбы. Идем по траве. Дальше. Какие еще варианты могут быть? Хождение по разным поверхностям. Сейчас очень популярны, да, массажные дорожки. И очень многие мамы приобретают их себе дома, чтобы ежедневно ребенок ходил по камушкам, по травке, по разным вообще различным поверхностям. Это очень полезно для стоп ножек. Далее. Второй основной кит в развитии деток – это мелкая моторика. 42 кистевые функции на сегодня есть. И поэтому все игры до 3 лет, они носят предметно-манипуляционный характер. Что это значит? Это значит, что ребеночек учится манипулировать с предметом. Перекладывать его, складывать, высовывать, засовывать. Очень важно формировать пинцетный захват, который опять-таки в дальнейшем повлияет и на письмо ребенка, и на сообразительность. И очень огромную роль играет развитие большого пальца по отношению к каждым пальчикам. Есть даже в которых есть такая интересная фраза, что большой палец у человека – это мозг, непосредственно связан с мозгом и развитием, и управлением ребенка. О чем еще важно нам помнить? Итак, первый важнейший кит – это движение. Развитие мелкой моторики. Третий кит – это развитие баланса. Следующее направление, на которое нужно обратить нам, родителям, внимание, это познание окружающей среды, мира, в котором живет ребенок. И делает он это в первые 3 года. Я хочу сказать, что в первые 3 года ребенку не нужно показывать букву, не нужно показывать цифру, но нужно познакомить, и это просто необходимо сделать, с многообразием мира, в котором мы живем. И чем больше будет знать ребенок о мире, тем шире будет его кругозор. И знакомим ребенка мы с нашим домом, с животными, со всем, что его окружает, в движении. Очень важно, чтобы игры до 3 лет были в движении. Когда мы придерживаемся этого момента, то дети автоматически становятся усидчивыми. Прекрасный пример из мультика «Маша и медведь». Вот Маша – это как раз возраст ребенка 2-3 года. И если в этом возрасте ребеночек набегался, напрыгался, естественно, он потом после 3 лет будет очень усидчивым и внимательным. То есть вот это движение до 3 лет повлияет на усидчивость и внимательность ребенка в последующие его годы, и школьные в том числе. Итак, мы знакомим ребенка со всеми лексическими темами: домашние животные, звери леса, мой дом, все, что в нем, природа, в общем, все, что нас окружает. Как мы знакомим? Дело в том, что дети до 3 лет, они не воспринимают информацию линейно, они воспринимают ее образами. И через какие в развитии детей мы стараемся задействовать все органы чувств. Это глаза, нос, рот,
руки. Руки – это развитие мелкой моторики. На сегодняшний день даже на нашем канале YouTube существует очень много игр на развитие мелкой моторики, где можно поиграть, и уши. Итак, давайте начнем по порядку. Вот важно нам, мамам, понимать, что видят глаза моего ребенка. Глаза моего ребенка, но они должны понять, что есть кошка, которая животное, живое, его можно погладить, оно двигается. Есть кошка, которая игрушка, и игрушек на сегодняшний день огромное-огромное количество вариантов. Есть кошка, которая нарисована на картинке, есть кошка, которая сфотографирована, да, настоящая. Так вот, у ребенка в голове вот этот пазл должен сложиться, что это одно и то же животное. Поэтому, когда мы изучаем, например, тему фрукты, мы всегда стараемся давать живые фрукты, показать его на картинке, чтобы у ребенка произошло вот это соответствие. Плюс ребеночек этот фрукт может потрогать, какой он объемный, увидеть глазами цвет, покрутил, увидел, что разные цвета. Опять-таки мы переходим, развитие глаза, это еще изучение цветов. До года это, как правило, 4, 5, 6 основных цветов. Начинаем черный, белый, потом добавляем красный, синий, зеленый, желтый. И не спешим сразу дать все. Насладитесь сначала белым цветом, насладитесь черным цветом. Для малышей это яркие цвета. Причем это цвета, которые нужно давать ребенку для того, чтобы развивалось его зрение. Затем после 3 месяцев, обычно мы в семейном клубе «Мечта» это делали 6 месяцев, почему-то интуитивно я выбрала синий цвет. Допустим, у нас неделя синего цвета, и мы изучали, что в мире синего цвета окружает нас вокруг. Потом мы брали зеленый цвет, зеленая трава, зеленый огурец, и, соответственно, у нас была неделя зеленого, желтого. Желтый лимон, желтый цыпленок, желтое солнышко, которое ласковое согревает нас. И вот таким образом. С годика мы начинаем 4 основных цвета, постепенно доходим до цветов радуги. И, соответственно, потом добавляем розовые, коричневые, те, которые видит глаз ребенка. Значит, дальше. Глаза – это формы, это размеры. Следующее – это нос. Важно понять, что его тоже нужно развивать, этот орган чувств человека. Каким образом мы это делаем? Когда даем ребенку понюхать, для начала те продукты, которые вот есть дома, да, то, что он кушает. А как пахнет яблочко? А как пахнет банан? А как пахнет этот цветочек? То, что его окружает. Далее, ушки. Очень важно, что слышат ушки деток до 3 лет. Ну, во-первых, все, что они слышат, все они и воспроизведут. И чтобы было очень хорошо и подействовало прекрасно на развитие ребенка. Во-первых, это прослушивание классической музыки. Почему я рекомендую именно классическую музыку? Потому что когда писали эту музыку, использовали 7 нот. Вот именно чтобы ребенок слышал мелодии, в которых звучат, которые написаны с помощью 7 нот. Далее, очень важно для развития слухового слушать звуки природы. Очень полезные звуки птиц. У нас на YouTube-канале даже есть видео. Утренняя будилка, когда малыш просыпается, чтобы мамы ставили звуки пения птиц. И там же есть комментарии. В комментариях описано, как пение птиц влияет на мозг ребенка. Далее, чтобы малыш учился различать звуки, которые произносят и издают животные.
Что важно? Важно, конечно же, те слова, которые слышит ребенок от своих родителей. Это все словарный запас. И если до 1,5 лет это более пассивный словарный запас, то 1,6, 1,8 у ребенка начинается активный словарный запас. И мы с вами сразу переходим к ротику. Значит, рот – это у нас вкус, и это у нас речь. Вкус. Мы тоже можем использовать в плане развития для ребеночка. Каким образом? Есть такая игра, которая называется «Съедобная тарелочка». Мама нарезает для маленького ребенка всевозможные маленькие кусочки. Кусочек банана, кусочек яблочка, кусочек лимона, маленький кусочек какого-то овоща. Дается ребенку эта тарелочка. Ребенок сам выбирает, какой кусочек ему попробовать. И идея в том, что эти все продукты по вкусу разные. Я рекомендую начинать эту игру с малышами от 7-8 месяцев, когда уже введен первый прикорм. И начинать, конечно же, там, с двух вкусов. Научился ребеночек различать, ощутил, добавляем 3 вкуса, 4 вкуса. Кстати, такой подход мы используем, ну, во всех сферах развития, которых бы мы с вами не касались. То есть вот ребенок запомнил один цвет, и он знает, что уже это синий. Значит, мы переходим к следующему, добавляем следующий цвет. То есть постепенно наращиваем информацию. Почему это важно? Потому что информацию о окружающем мире ребеночек записывает в свою память. И память у деток дошкольного возраста, она краткосрочная. Это о чем? О том, что ребенок хранит у себя ровно ту информацию, которую он пользуется каждый день. Речь ребенка, здесь очень важно обращать на этапы развития. Есть очень много таблиц, которые помогают на сегодня родителям понять, своевременно ли развивается речь у моего ребенка. Такой простой пример – это таблица Эльконина-Давыдовой, да, где мы можем посмотреть и понять, в какое время какие звуки запускаются, и, соответственно, понять, если этот навык развит у моего ребенка, значит, для меня это сигнал, что я как мама делаю все правильно. Если я понимаю, что где-то есть несоответствие, ну, во-первых, плюс-минус несколько месяцев мы допускаем, но если в полных 2 года ребенок не говорит, то для нас это огромный сигнал, да, что нужно понять, что же является причиной того, что в 2 года ребеночек не говорит. И в своей практике 98% детей, которых я встречала с задержками развития речи, это были, конечно же, физические вопросы. Почему, собственно, я и начала, что физическое развитие сегодня – это мощнейший такой фундамент для закладывания того, чтобы у ребенка все процессы запускались вовремя. И если мама для себя делает выбор, что здоровый образ жизни моего ребенка – это стиль его жизни, то как раз в первый год все вот эти моменты, они прекрасно могут решаться. И, соответственно, я встречала, что в 1 и 2 года, и на YouTube-канале, где мы выкладываем моменты занятий, можно посмотреть, как у деток, которые, да, начинали плавать с 2 месяцев, с 3 месяцев, которым делались массажики до 1 года, начинают даже говорить раньше сроков, которые указаны в этой таблице. Вот. И, конечно же, если проблема физическая, мы понимаем, что решать нужно тем, что нужно привести ощущение малыша и ребеночка к тому, чтобы он научился ощущать, понимать свое тело и вообще вернуть телу здоровье.
для того, чтобы запускать дальнейшие процессы речи. От того, что мы будем играть игры логаритмика на мелкую моторику, они способствуют развитию речи. Но если все-таки идет задержка, то причина, она может быть в двух моментах. Или физическая, или психологическая. Либо бывает так, что одна проблема наслаивается на другую. Поэтому не ждите, да, если вы видите, что ребеночек вовремя не заговорил, помогите ему заговорить, создайте условия, чтобы он это сделал максимально природно и максимально вовремя. Далее, что важно, мы все игры пропускаем через все пять органов чувств, которые я назвала, это глаза, нос, рот, уши, руки. Но важно еще и то, какие навыки мы воспитываем в наших детях до 3 лет. Я уже говорила о том, что навыки, которые заложены у ребенка до 3 лет, они пойдут с ним во взрослую жизнь. Если я как мама хочу, чтобы мой ребенок был общительный, коммуникабельный, то я, соответственно, буду создавать среду, где мой ребенок будет общаться и будет делать это открыто. Более того, я буду помнить о том, что важно, что будут слышать ушки моего ребенка. Далее, если я хочу, это очень важно, чтобы мы поняли, что дети – это не наша собственность, мы должны помочь нашим детям стать самостоятельными, что это такая же личность, и они могут сами... Задача, чтобы, отпуская руку родителя, ребенок чувствовал себя успешным, уверенным в себе, и это как раз закладывается все до 3 лет. Поэтому я рекомендую обращать внимание на все сферы жизни ребенка, да, везде по чуть-чуть, держа внимание, маленькими шагами мы помогаем ребеночку развиваться, то есть приобретать сегодня новые навыки по сравнению с тем, что было у ребенка вчера. Важный момент, что мы не сравниваем нашего малыша ни с кем. Вот он такой есть, вот он родился, он уникальный. И путь воспитания с любовью, он заключается как раз в том, когда мы понимаем, что это личность, и что я как родитель могу дать моему ребенку, чтобы ему было легко учиться, чтобы он был здоров, чтобы он был общительный, чтобы он был самостоятельный, чтобы он был креативный. Для этого я буду включать в его программу творческие игры, да, это будут рисование. До 3 лет я рекомендую рисование пальчиками. Когда ребенок научился хорошо манипулировать пальчиками, мы подключаем уже предметы. Мы знакомим его с кисточкой, о том, что кисточка – это девочка, которая очень любит пить водичку, что для того, чтобы... Сначала рисует малыш одной краской, потом мы учим его, что можно рисовать 2 цветами, и чтобы получился отдельно красный, отдельно желтый, нам нужно помыть кисточку. Потом мы показываем, что ух ты, смотри, когда мы цвета смешали, у нас что-то получилось новое, это открытие, да, и, соответственно, этот ребенок в дальнейшем будет проявлять интерес, и здесь мы воспитываем навык познавательный. Вот что важно понять, что когда ребенок появляется, безусловно, мы думаем о том, как бы выстроить режим, как наладить эти все естественные процессы. Они наладятся, очень легко. Но важно еще родителям сесть за стол, за круглый стол переговоров и ответить себе на вопрос, какие мы видим нашего ребенка во взрослой жизни. Соответственно, все решения
ваши дальнейшие по развитию, воспитанию, выбору профессионалов, которые вам будут помогать и подсказывать, что необходимо, на каком этапе развития вашего ребенка. Вы будете выбирать, исходя из этих целей. Вы будете среду выбирать, исходя из этих целей, да, понимание, что моему ребенку нужно и актуально сейчас. Я постаралась донести основные сферы, на которые нужно обратить внимание, но я бы хотела сейчас, я вижу, что в моем прямом эфире есть родители, которые прошли со мной путь раннего развития, и я бы хотела сейчас кого-нибудь пригласить в свой эфир для того, чтобы мамы могли поделиться опытом. Так, девочки, есть кто-нибудь, кто желает присоединиться и поделиться своим опытом? Да-да-да, Мариша, я увидела. Ура! Привет! Привет-привет! Так рада видеть. Да, все-таки, когда есть живой человек, сразу... Мариночка, я очень рада, да, я вижу своих зрителей сейчас, когда тебя увидела, очень благодарю, но ты та мама, которая уже прошла этап раннего развития, о котором я говорила вкратце. У меня к тебе есть такие вопросы, я думаю, что они были бы полезны нашим зрителям. Как ты приняла решение, что своего ребенка нужно развивать, что нужно начинать это делать с самого раннего возраста? И, собственно, видишь ли ты какие-то положительные изменения в своем ребенке? Ну и вообще, возможно, есть какой-то опыт, о котором я сейчас умолчала, а для тебя он был значимый. Поделись, пожалуйста. Ну, я, наверное, как я пришла, да, я по порядку, пришла к тому, что мне хотелось тоже как маме понимать и видеть, как развивается мой ребенок, ну, как все родители, да, мы всегда переживаем, потому что начинается вот этот вот момент, а правильно ли развивается мой ребенок, а соответствует его развитие возрасту, а может ли, ну, может, там какие-то задержки есть, то есть нужен специалист, который реально со стороны может подсказать вот эти вот моменты и сказать, что здесь все в порядке, мама, не волнуйтесь, не переживайте, да, или наоборот, обратите внимание на вот это и вот это, да, потому что вот у меня, например, Ариша, она до 2 лет не говорила, то есть, ну, какие-то там звуки были, да, и я помню, что тоже я очень волновалась и переживала до этого момента, я помню, что мы тогда обсуждали это совместно, и ты тоже мне тогда говорила о том, что обрати внимание, как ты с ней разговариваешь, да, ну, то есть в твоей речи нету никаких там детских фраз, нету ничего такого уменьшительно-ласкательного, да, я там не зюзюкаюсь, то есть, и, соответственно, ей просто трудно выговорить эти слова, да, ну, то есть она не может заговорить. Да, говорить с детьми раннего возраста нужно очень просто, и так, чтобы они смогли повторить. Да. Они не смогут начинать с сложных каких-то оборотов. Когда мы начинаем уже увеличивать, добавлять красоту словарного запаса, когда ребенок наговорился и уже готов к восприятию новых слов. Кстати, благодарю тебя, ты очень мне сейчас вот этой идеей напомнила, и фразу, которую я всегда говорю, родители, почему важно возраст от 2 до 3 лет уделить именно развитию речи? Потому что именно в этот период у ребенка появляется способность свой активный словарный запас записать 1500 слов. Следующие 1500 слов у него в периода с 3 до 5 лет. Поэтому, когда мы даем цифру или букву как звук, да, там А, О, мы время используем. Это время. Время – самый ценный ресурс наших детей. И важно что? Что на этом этапе уделить это время изучению каких-то более сложных слов, более сложных процессов. И, соответственно, это именно то, что заложено природой. Да? Сначала ребенок должен
выговориться и научиться выражать свои мысли. Потому что зачем нам речь? Выражать свои мысли окружающим нас людям. Да, вот еще я просто это, я смотрю, что ну, опять по вопросам, да, что там, что помогло, да, для нас, на что мы обратили внимание. Это вот изучение или подход вот мечты к изучению детьми причинно-следственных связей. То есть для нас это тоже было очень-очень важно. То есть, ну, элементарно, как мы делаем хлеб. То есть я тоже до сих пор, и мне Риша помнит, как она в мечте пекла этот хлеб, как вы из колоска делали муку. То есть вот эти вот все моменты. И даже сейчас, вот если я там задаю ей какой-то вопрос, или ей говорят о чем-то, то есть у нее сразу есть, а почему так происходит? А почему мы должны именно это делать? А почему я должна идти туда? А почему это происходит? Вот, а почему движется машина в эту сторону? То есть вопросы у нее не просто там, а почему, а почему? Почему, почему, да, то есть вопросы, которые заставляют задуматься вот так, вот так, вот так, и она же потом точно так же рассуждает и говорит с другими людьми именно вот этими фразами, да, то есть у нее нету в голове какой-то каши, у нее есть понимание этих вещей, она не придумывает истории, то есть, ну, как есть, так и говорит, и все говорят, ну, как можно ребенку такие вещи привить, да, чтобы было понимание, там, сути вещей, там, и всего остального, то есть это не по-детски, а уже действительно по-взрослому, это реальности, реальности нашей жизни, да. Вот, еще какой момент был для меня очень-очень важный, за что я просто очень благодарна. Это за то, что вы привили ребенку веру в себя. То есть вот я смогу, я это сделаю, за то, что она личность. Если она чем-то отличается от кого-то или не может сделать, как кто-то другой, он говорит, ну и что, зато я могу сделать что-то по-другому. Если она... Я уникальна. Да, я уникальна, это нормально, что мы разные. То есть у нее есть свое личное принятие себя, да, то есть не бежать там и не повторять за кем-то, а вот она такая, это нормально, а другой ребенок, он может быть другим, и это тоже нормально. То есть вот эти вот моменты, у нее есть принятие, и тоже то, что удивляет всегда окружающих, когда она кому-то что-то объясняет из деток или рассказывает, как это надо повторить или сделать, вот эта фраза «Я в тебя верю, у тебя все получится». Ну вот это всегда да, это самое важное, и то, о чем мы говорим, это все закладка для думающего человека, думающего любопытного человека. А думающими любопытными людьми управлять нельзя, да, когда она доходит до той истины и не делает тех движений, которые, по сути, ей не нужно делать. Да, она все пропускает через себя. И вот период до 3 лет — это тот период, когда ребенок учится понимать себя, себя, изучать свое тело, мир, который окружает, свои эмоции, свои желания, и учится уже, что важно, да, чтобы сначала ребенок он не может говорить, и как он выражает свои желания, через плач. Очень важно, чтобы когда запустилась речь, вот здесь мамы вовремя говорили «стоп», и давай подумаем, что ты хочешь, скажи. То есть был навык один, и важно этот навык трансформировать в другой, когда ребенок уже учится то, что он хочет, свои мысли сказать словами. Угу, это да. И вот еще то, что вот для меня очень было важно, именно как мамы, да, вот этот вот момент, эмоциональное состояние ребенка, да, это прежде всего эмоциональное состояние мамы. И тоже это вот моя личная благодарность, да, и тебе, и клубу «Мечта», вот за то, что там есть действительно все специалисты, которые поддерживают вовремя, да, и психологи, и вот эта вот взаимосвязь мама, воспитатель и ребенок, это очень важные моменты. Почему? Потому что, ну, я как мама, я никогда никому не могу отдать своего ребенка. Для меня вот доверить ребенка кому-то, это действительно был очень, ну, трудный такой шаг, мой внутренний шаг.
Но вот понимание того, кто будет его развивать, вот закладка вот этих общих ценностей, да, а правильно ли я лично сама подхожу к развитию своего ребенка, да, вот точно так же, вот как изучать буквы, потому что у меня ребенок там с года, да, она от книжек не отстает, у нее книжки, это было любимое, вот просто она с книжками спала, она с ними ела, она с ними ходила везде. То есть для меня действительно это было очень важно, да, когда ты мне сказала, убери буквы, ну, то есть смотрите картинки, да, там разговаривайте, там, не надо ребенку буквы сейчас. То есть для меня тоже эти моменты были, психологическое тоже состояние, когда ребенок начинает кому-то притягиваться, да, или привыкать, тоже вот этот момент, вот момент сепарации от родителей, чтобы как он правильно должен проходить. То есть для меня это было ценно услышать, всегда вовремя. И очень нужно, когда говорят, это нормально, так должно быть, да, то есть, ну, то есть мы иногда сами, родители, не готовы к тому, что ребенок готов уже сепарироваться, и мы сами не даем ему эту возможность. То есть вот эти вот моменты на то, что вы, как действительно специалисты, с большой буквы обращали внимание, да, и вовремя могли подсказать. Всегда это корректно, экологично, лояльно. То есть это никогда меня... Я понимала, над чем мне работать, я понимала, что мне нужно делать, и как направить вот развитие ребенка, опять-таки, вот именно то, что заключалось вот с твоих слов, с этого круглого стола, да, вот что, каким я хочу видеть своего ребенка. То есть причинно-следственные связи, когда ты объясняешь, что если будешь вот так себя вести, будет вот такое вот поведение, если вот так, то будет вот такая реакция, а если вот это, то будет вот такой вот момент. То есть для меня действительно это было вот ценно, вот что от чего зависит, к чему я готова идти, на что я должна обращать внимание, потому что, опять-таки, все дети, да, которые вот были в мечте, я так могу уже сказать, они все были непростые дети. У всех был свой характер, ко всем нужен был действительно индивидуальный подход, но ни один, я, наверное, так скажу, ну вот из тех, кто был рядом с нами, с Аришиной группой, да, детей, вот ни у кого не пострадала самооценка, а наоборот, дети начали верить в себя, начали развиваться и начали интересоваться вот окружающим миром. И вот... И правильно коммуницировать друг с другом. Да. Да, не нужно было, у нас всегда начиналось с того, что мы приветствие выдавали детям дощечки. Они были разного цвета. Мы умышленно делали такой выбор. Почему? Потому что не нужно все дощечки перекрашивать в красный цвет. Нужно научить детей коммуницировать и правильно, да, сегодня ты пользуешься, завтра я, если нам интересен один цвет. Ну, то есть всегда можно найти много вариантов, как выйти из данной ситуации. Да, поэтому Так, я Мариночка. очень-очень лично благодарна, поэтому и вижу результаты. Я благодарю тебя, что ты подключилась к эфиру, что ты... я аж заулыбалась, когда вижу живое общение, оно очень важно, нужно. Я благодарю всех зрителей, которые слушали нас, слушали всю неделю, весь марафон семейного клуба «Мечта». Нам очень важно было донести до вас ту информацию, которая пойдет во благо развития ваших детей, и вы сможете правильно, в нужное время принимать решения, как мы понимаем, влияющие на всю дальнейшую жизнь не просто ребенка, да, ребенка как ученика в школе, а даже взрослого человека, который в дальнейшем будет принимать решения. И благодарю всех мам, которые уделили внимание. Вот, Спасибо большое. постараемся завершить, да, чтобы сохранить эфир. И всего всем доброго.